Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Hockey Brothers! Привет! Кубок КХЛ Hockey Brothers в межсезонье. И этот выпуск без вратарей. Будут все точки, которые любят Корней, бегать, прыгать, ударяться о борт. Мы начинаем, поехали. Ребят, сразу хочу сообщить, что мы делаем большой выпуск с подписчиками. И вместе с нашими друзьями из FunBet мы подготовили розыгрыш мест на этот выпуск. Их будет около 30. Все, что нужно сделать, перейти по ссылке в описании, зарегистрироваться и ждать своего часа после 24 мая в нашем телеграм-канале. Если вам нет 18 лет, ваш родитель может зарегистрироваться вместо вас и прийти на съемки вместе с вами. Мы вас ждем. Всем удачи. Съемки будут 26 мая. Первая точка. Бег по кругу. Очки набирают первые три места. Смотри, встал к борту. Черту себе. Я 30 очков сейчас набрал. Первые очки забирают Магнитка, Авангард и Амур. И мы переходим сразу к третьему. Классика матча звезд. На силу ударить по закруглению. У кого будет дальше, тот и забирает очко. Также три победителя. Сколько есть силы вот этой вот в левой руке. Оп. Да ладно, Захар, ну че? Кого ты смешишь? Да, что делаешь? Хорошо идет. Хорошо. Это хорошо. Отлично. Захарчонок, вставай напротив своей от лицевой. Красная. Не, очень хорошо. Красная. Не, я как считаю, это успешно. Тело это водитель авангард, это автобус, водитель автобуса авангард. Да, белас. Бачон, смотри, 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 он завелся. Пуля дура, Сева. Рахань, Сев, оставайся там. Хорошо. Тор. Ну, неплохо для противопедона на старт. Тут разбег важен, да, походу? Ой, это, короче, это не, это в Латвии осталось. Тут, походу, не сила важна. Нет, а? нет, сила важна. Вот она. Разрядить ее. Ты чего играешь? Братан, еще лучок, все силы. Дай бог до середины дойдешь. Расшибется. Ну, расшибется же. Ну! Это было плохо. Ты ударил просто в борт. Валенок. Настюшка, ручки, базуки, ага. Настюха меня перебросит, вообще будет классно. Борис. И блять! Хорошо! Очень хорошо. Не, ну там примерно как Корнеев. Возможно, я мощный. Бля. Не, дай, подожди, можешь перебросить, ну хотя бы так, ну мне интересно, нормальный человек или притворяешься? Ты с кистей сильнее сделаешь, не надо подлетку. Не, ну ладно, ладно, не притворяешься все. Надо всю силу Динамо впитать, вот эту забытую 4-летней давности. При зрительских симпатий достанется тебе, ты не переживай, как всегда. Просто саму отвратительно. Бля, он специально делал? Ну, не знаю. Так, здесь все было просто. Магнитка, авангард забирает и торпеда. И мы переходим к следующей точке. Корней челлендж. Поехали. О-о-о-о! Это кимоно! Это Корней челлендж! Тихонечко, аккуратненько попадаем в ворота. А чем лег? Не знаю, устал. Неудачный, ребят. Это авангард. Мальчик, назад отойди немножко. Чуть-чуть назад, не переживай. Да, уважение, прояви к челленджу, Корней. Ладно, хорошо, с лидеры не заработали очки. Еще? Миллиметрики важны. Ой, Макс Орля, а торпеда-то сравнялась с этими. Ты можешь сравняться, челлендж? Давай. Ой. Даром это Корней челлендж. Я говорю, я ни разу еще не промахивал. Как ты это делаешь, это, женщина? Такого странного исполнения еще не было на нашем канале. Зато круто. Я уже ничего не ожидаю. В москитную сетку попал бы. Ты бы еще в шпагат сел бы. Ребят, ну счет на самом деле ровный. У Магнитки 2, у Авангарда 2, у Торпеда 2, у Амура 2 и остальные аутсайдеры по нулям. Мы переходим на четвертую точку, предпоследняя, кроссбар челлендж. Поехали. Мышку такой, типа, дурак на все готов.
Но я даже не понимал. Все, мушка есть. О, блин, как пошел-то, блядь. Все забрал. Месье Захарчонок просто очки на всех челленджах берет. Так тебе и надо, Сева. Так тебе и надо, Сева. Нет? Внутреннее. Внутреннее. Как его надо? Да не стучи ты, блин, брак по звуку будет. Ты, Корней, ты никогда... Я не помню, чтобы ты хоть раз попадал вообще. О, Копыч, ты что ли? А это все потому, что я мушку нарисовал. Счастливая мушка. Подсними, подсними. Счастливая мушка. Расшибется. Все понятно, до свидания. Ребят, последняя точка. Это попасть с зоны вратаря в пустые ворота до конца поля, где все решится победитель. Сейчас ведет в одну магнитка. Поехали. Забивает. То все, он же бот, да? А он забил. Динь-динь-динь-динь-динь, да не, вот. Захар, если ты забьешь, то ты выиграешь. Это для волнения тебе дал. Правильно. Слушай, как же Рахазик натаскался сначала? Пипец, вот за два года бы человек просто лучше. Может, что-то... Нет. Ну, немного косоват. А, расшибется. Дай мушку нарисую счастливый. Фаня Копыч помогло. Дай вторую, блядь. Я тебе чё? Француз! Ой, что делать, а? А что, так можно было? Он самый центр, самый сок. И это сравнение, кстати, сравнение. Это вообще лошадь. И еще сравнение. Корней, что ты? Корней, давай, сравнивай. Корней, сравняешь? Сравняешь? Сравняй. Ты если забьешь, то сравняешь. 0-0-0-1. О, пошла группа моя любимая. Сухарей. Ну, поздоровье. Но ты не, ты мушку побежал. Знаешь, главное добрось. Было? Было. Какие все молодцы, слушай. И пунь. Молодчик, говорят. Ой-ой-ой. Не могу. Тут все понятно, до свидания. Пока. Ребята, у нас суперфинал, потому что у нас 4 финалиста, у которых по 3 магнитка, авангард, торпеда, амур. Это будут броски с центра поля. Попасть как, Корней? Верхом, в подушечку. О, видел, как модно, я теперь рэпер. О, смотри. Корней, ну ты не выиграешь все равно. Давайте вы все не попадете, у меня день рождения уже. У тебя уже день рождения? Днем рождения! Днем рождения! Опа! О, Захарчонок! Ну ты свистопляска, и Корней расстроился. Ой! Так, летело, я думал, что туда. Макс Сорля! Давай, Скобель. О! Я желаю тебе искренней удачи. Смотри. Продолжаем. Настюш, ты куда? Настюш, ты куда? Ты... На кухню, девочка. Ой, я хорошо. Ты сам себе гвоздь в гроб забил сейчас. Твой день рождения будет худшим. Максор, человек, который будет продолжать выпуски, Макс. Вот он. Мякиш. О, не-не-не, ну тут я все. Я предлагаю, я думаю... Давненько Максон не побеждал, да, Корней? Корней, да? Играем! Довольно, бля, по пустым сегодня забрасывал. Ой, давай, другой. Корней, волнуйся. Корней любит. Да соскочь, не, он сам загасит. Это победа! Нижегородского торпеда. Кубок КХЛ подошел к концу. Корней, как всегда, шажочек. В очередной раз забирает наш кубок сегодня. Торпеда. Обязательно подписку на канал, лайк, комментарий. С вами были Хоккей Бразерс. Всем пока.